Мам, кажи, що, бо я собираюсь, нема куди. Хорошо, я не надумаю, синок. Я не надумаю. А де ти йдеш? Що ти кажи? Я тобі принесла, щоб у тебе цибулька була, редиски нової. Спасибо. Ти ж вчора магазин. Капусту брав, у мене вдома нема. Може, завтра буду більше брати. Капусту, бутинку олії набрала этим дітям. Самилка, это самое. А Колін, папа з мамою їде чи тільки папа? Папа тільки. Папка, да? Поня, мама робота, да? Давай я тобі борща налью. Посуду так і не перемив я. Это я дырочку сделал, казали. Сделай, чтобы не задохнулся. На балкон выносил его. Подожди, мама. Давай иди сюда, миску якусь. Нема мені коли. Опаздую. Борща, мам, я вчора навіть не пробував. В обуві не шляйся. Що тобі одягати? До квартири не дійдеш? Правда, мене з картошкою. Ну, картошки немного було. Сиплю їй борща. Несу. На, оце забереш собі. Синочок, несу тобі. На, оце забереш собі. Борщ. Що то значить? Борщ. Ой, спасибо. Значить, завтра не варю, синок. У мене ще супчик мій є вкусний. Я нічого не викидаю. Мамка, давай в темпі іду, вальса. Синочок, іду, іду, зайчик. Якщо пакло не боліло, я ж буду. Ну, якщо б, я не можу. Дві зробити, щоб не боліло. Ну-ка, пройду. Щас, дай мені що-небудь, палючок. Викладуй на стол, я потім уберу, мам, нема куди. Хорошо, хорошо. Я поділюсь тут. Я якраз опаздую, виходжу. Я поділюсь, ну, я ж не знаю. Ти де йдеш? Театр. А, театр? Понятно. А я думала, ти вже не будеш до... Фотосесія там. Що ти робиш, так? Репетиція? Фотосесія, говорю. А. Фотосесія? Фотосесія, да? Да? На афішу. Блін. Зараза. Спасибо. А то мені, хорошо? А то мені небагато. Це капустина. Тепер, зараз я хочу редисочки дати. Трошки. На вулиці по 35 рублів. Я там виглядала. Стиралка стирається. Тут дешевше. Вона каже, він каже, либо хороший Херсон привозений. Я кажу, це моя родина туди. Херсон. Я знаю, що там нікого не сюди будуть привозити з Херсона. Це, дивись, синок, я взяла. Кажу, не пуста в середки? Ні. Ну, думаю, бреше чи ні. Все, бреше. Салатик будеш робити. А в мене є кисла капусточка, редиска, морковку буду класти, та бінарбур, зелені побольше, і такий салат буде їсти. Молодець. Правильно, ми все це робимо. На, синок, це тобі, а це мені. Все, спасибо, мам. Давай, бо мені треба йти. Все. Пожалуйста, синок. Ще, ще. Давай, давай. Іду, лапочка. Борщик мені занеси. Акуратно, постав там десь. Квартира відкрита. Що ж ти не кажеш своє впечатлення? Красиво, красиво. Красиво, да? И брюки тоже. Проходь. Ну, бачишь, я чуть-чуть, сынок, подкатила. Мамка, проходь, проходь, давай, давай. Ну, нема когда. Ну, ты понимаешь, что такая опаздываю, чи нет? Вот, вот это я купила. Молодец. Вот это, на 138. Я тебе добавлю. Хорошо. Давай, текай. Ну, ты мне, если есть, добавь. Я проходь, буду. Проходь, мамка, пожалуйста. Я собираться буду. Сынок. Опаздываю, говорю. Собирать посыпку буду. Завтра постараюсь. Що ти за глимега, іси? Спав со мною в обнімочку, як прийшов, як заліг со мною, зайчик. Ой. Прийшов на фотосесію в театр на афіші. Надо узнати, є ли костюми. Так.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а костюмы там нет, будут? Нет, сегодня положили. А вы уже положили. Я еще хотел спросить, там вот зрители писали, что великоват пиджак, длинноват. Вот если где-то поискать нам покороче, может быть, если есть. Но это не сейчас, а вот когда будет возможность. Посмотреть, может, что-то вот, чтобы он короче был вот здесь, вот, чтобы он не такой длинный был. Вот как-то показалось длинновато, я со стороны посмотрю. Пошлите в подвал, посмотрим. Ну, давайте, да, может, там найдем что-то. Чтобы немножко короче, чтобы он в руках был удобный. Тут сказали, что все изящество танца пропадает. Алло. Не нужны. Как у нас коврик. Как ласкало. Ласкало большой. Это душевые кабины есть, можно мыться после спектакля. Это прачечная, тут то есть стирают все костюмы. Все. Здравствуйте. Все костюмы, рубашки, колготки, все. А еще сюда, да? То что-то я... А, сюда. Святую святых костюмеров. Вот какой-то такой надо пиджак найти. Пусть тоже клетчатый, пусть такой же, может быть. А вот тот, который висит вот с золотыми, серебряными такими крылышками. Вот я вижу в клеточку, вот там вот висит хороший. Такими серебряными пуговицами. Ага. Это широкий, наверное. Вот мне что-то кажется, вот тот хороший вот. Уже сколько костюмов. Какие красивые костюмы там выставили на ночь в опере. Какие красивые костюмы выставили там на ночь в опере. Очень красивые. Из Бориса Годунова. Вообще. То Арефьева, да? Сколько костюмов. Князь и Борис. Это все Арефьев. Не знаю. Там спектаклем подписан. Евгений Онегин старый. Да. Одевай, смотри. Ага, а я... неплохой. Но я хочу вот этот. Он более такой цирковой, блестящий. С цирковым подтекстом сейчас. Но вот этот маловат, конечно. Руки поднимаешь. Он классный. Он коротенький, но маловат. Он коротенький, да, но маловат немножко в плечах. Как-то. Ну... Ну да, руки будешь поднимать в танце, оно будет да нет, он видно, что... как совсем уже. Нет, это коричневые не нравятся. Ну если только... А такого больше нет, да, с блестящими? Ну, чтоб... вот, блестящими нет, туда, ну красивые вот эти блестящие нашивки мне нравятся. Он покороче того, да? Да, ну как-то так. Но он тоже не застегивается. Ну он и не должен застегиваться, да, там у меня жилетка. А который? Вот этот, да? Нет, вот этот, да? Да не, он мне не нравится. Не. Ну тогда давайте этот пусть будет. Да. А его нельзя отдать в пошивку, чтобы они сделали блестящие вот эти штуки? Блестящие воротнички? Да. Ну, Самана, я спрошу. Да, вы спросите вот такое вот что-то, чтобы они сделали. Вот наподобие, что-то блестящее. Или золотым, или желтым, вот таким, или вот таким вот. Я понял, ну было бы красиво еще, у меня блестящий, было бы красиво воротник блестящий, все-таки оно в свете, когда вот это, оно бы светилось. Может, у них есть какие-то там нашивки, они нашили, но вот этот получше, он покороче. Он покороче, он не совсем, как бы, ну нормально оно будет, и в танце нормально будет. И... Так ты уже загримировала? Да, боже, фотосессия. Сегодня фотосессия у нас. Это было бы интересно. Такой рекламный ход. Такой вид красивый из окна здесь, да? Зимерки красиво очень. Трамваи видно. Как учительница гимназии Канаева. Леся, где это все будет, ты не знаешь? Ну где именно в театре, я понимаю, что, что не... А ты так будешь фотографироваться или в костюме? А в костюме? А что, где?
А мы как, в танце будем или как? В процессе полета. И довольна? Спошлила и довольна? Видишь, Настя, благодаря тебе я, видишь, как выучил. Благодаря твоему таланту? Нет, благодаря твоему, потому что ты мне пилила, как старая жена. Тебя привела, а сама могу же еще пролететь. Видишь, какая конкуренция? Ну, Настя, все равно ты будешь участвовать, здрасте. Не важно когда, важно как. Важно с кем. Ну, тоже, да, правильно. Так, а что, можно садиться, да? Все, ребятки, загримировался. Так получилась прическа. Сейчас иду одевать костюм. И фотосессия. Настя, глянь, мы. Говорят, хорошая какая. Какая хорошая прическа, мне нравится. Чуть-чуть тоналкой намазали, ничего больше не делали. И брови чуть-чуть. Ожерелье. Медальончик. Ой, мне нравятся вот эти ангелочки, обрамления красивые такое. А что ты с цветами? Принцесска пришла. Что они пропадают? Вазик вянут. Не всякий квитинку надарили на квитку. И да? Все пропадает. Привет. О. Здравствуйте. Привет. Здорово. Привет. Привет. Подписчики, зрители. Привет. 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 Я предложила. Что делать, мистер? Я только за, с тобой только за. Нет, вот боятся, они же крутить, крухнуть и все. Вот да, кстати, Саша мог бы вот это все. Потому что когда парад Оле, вот ты бы, я не знаю, на парад Оле... Опять палку брать? Нет, ты мог бы, знаешь, с каким-то, я не знаю, там, ты можешь и прыжками там какими-то прикольными, и кувырками, он очень... Тройной фляг сбоку. Ну, потому что, да, парад Оле как-то суховат, знаешь, вот... Я не умею фото. А как я буду это делать из Винева Фрати? А ты сразу да, выходишь, да, после? Конечно, мы с пацанами. Ну вот это, вообще плохо. Майя, что нам робить? Это будет нет, это будет за 5 минут. Фотосессия на афишу. На афишу фотосессия. Такая вообще лапочка. Нет, тебе хорошо. Леся, как с Мулин Руш. Мулин Руш выскочила, Леся. Классно, конечно. Я хочу, чтобы мне эту рюшку відрізали, бо воно виглядає ніби ее панчоха. А, ты хочешь, чтобы вообще, да, голая была? Ты хочешь, чтобы вот так было? Нет. Подверни, подверни ее, Май. Да. О. Когда у меня будет работа уже официально, а, чувак? Когда я тебя уже буду официально снимать. Снимать, да. С камерой так ходить нормально. Я предлагаю на мягких вот этих. На мягких. А что, мы будем на стулах сидеть или что? Мне кажется, нам надо как-то в паре фотографироваться. В паре, сейчас на том парапете. На том парапете. У Алины тоже платье красивое. Приветик. Красиво розами или что у нас сделано? Ох ты. Голубыми. Красиво. Бриллиантами, понимаешь? Я понял. Так тебе не хухры. Голубой карбунку. Красиво, красиво. Тебе о, другой дали костюм, не такой, как... Покороче, не, у меня другой, да. У... Здравствуйте. У Вани вообще он такой коричневый. Закромов, не знаю, если из Закромов родины. Свадебный салон на выезде. Это типа тебе уже зрители подарили, ты с намеком, что... Столько цветов надарили, букетов на квитку. Да? Как прошла квитка? А быстро вянут. Как прошла квитка? Классно. Пришли люди, да? Смотри, как ты снимаешь. И Хелен приехала. Делай отступление. Хелен приехала из Запорожья. Уже третий раз смотреть. О, видишь. Со слезами на глазах. Лицо должно быть посередине кадра. У тебя лицо уходит. А, я понял, да. Саша уча. Я тебе расскажу. Нет, в следующий раз будет квитка, ты уже придешь. А с квитками чи квитки самі, щоб прийшли? Ні, давайте, работайте. Може, без квітки? Давай, Леся, работай. Ну що, потанцюй. Садись. Я не знаю. Ти що, не знаєш, як на фотосесії? Ти ж опитна. Здрасте. Ну, у мене зовсім другі фотосесії, сразу. Сразу отак. На служебний вход. На служебний вход. Так, да, да, да. Це ж такі фото... Заплачують, наверное. Делають. Я ж, чесно говоря, не знаю, як там по... Так, щоб у мене жирний підбородок. Ми артисти цирка. Да. Все морщина від фотошопу, щоб красиво. Секунду.
Так, внимание. Как свадебный портрет. Выдержка не очень длинная, ну, в смысле длинная, секунду замерли. Сейчас. Что видно в кадре? Ноги видно? Нет, я пока что... Игру сделай, чтобы было видно, але это... Так, Майя, давайте уже вы будете руководить режиссурой, чтобы... Давай, так, ребята, какой-нибудь... Ну, открой. Как открой? Это все... Побыл, прекращай. Не, ну так, надо, чтобы... Не, было. Не закрывай цвета. Пока гляньте то, что есть, я сделал просто тесты. Может быть, нам как-то так вот стать... Хотя бы пару нижних или простых. Да? Так, ну ладно, вытяни. Самвел, включай фантазию. Может, что-то такое в движении. Да, в движении. Да, за бедренными. Так, вертикально, горизонтально. Хотите, мы кинем цветы как-то. Кто из них что играет? Поясные поколения. Артистка цирка. Поясные поколения. А он хочет быть артистом. Розочка, подойдите, пожалуйста. И идет, любит сильно. Так, внимание. Гляньте, пожалуйста, на руку чуть выше камеры. Чуть-чуть лицо выше. Сейчас, одну секунду. Внимание. Может, нам как-то... Да, очень много верхнего чего-то... Не, подожди, Лесь. Может быть, как-то... Может, нам как-то в каком-то движении мы красивом что-то там делаем. Делай, может, на руках как-то. Сейчас. Давайте уж начнем от простого к сложному. Все вот эти подхваты, поддержки, это все сложно. Да. А начнем с простого, с крупных планов. Нет, свадебных портретов не надо. Вы мне создайте какую-то интригу. Да, можно смотреть друг на друга, не только в камеру. То есть можно все время смотреть только туда. Может, как-то друг на друга. Да, я же говорю, пожалуйста. Друг на друга, не надо позировать мне в камеру. Я смотрю сюда, а ты смотришь на меня долгим пристальным взглядом. Гляньте. Да, такой долгий пристальный взгляд. Школу, ручку, что-нибудь. Да, тоже интересно. Не, ножку не обрезайте, она пусть... Ножка вниз, да, чтобы она не обрезалась кадром, да. Да. Может быть, да. Не позируй ему, смотри страстью. Сама держись. Сам был выпрямить, что он не может. Может. Везде руки можно. Руки можно везде. Лесь, запрыгивай на него вообще и все. Вот мне отсюда на руках кружит. Давай вот так. Кружит. Ножки. Да. Чтобы не обрезали. Вот отлично. Одну ножку чуть вперед, одну... Нет, это много. Чуть-чуть, да. Но вместе вниз. Вниз, да, вот. Одну ножку назад сильно. Да. Вот, отлично. Но на афишу это точно не пойдет. Все, что большое, огромное место... Смотрите, у нас еще есть вот так. Давай. Танцы мы делаем трин-дин-дин и вот так. Трин-дин-дин. Руки заламывает. Так, сейчас может быть, тоже ножку одну так сотворить. Самвел, ножку подогни. Да не Самвел. Ножку как Adobe Photoshop. Еще средство от перка. Как Photoshop. Да, они что-то не украшают женщину, как временная часть мужа. Все забрать. Всегда чуть-чуть смотрите, чуть выше камеры, да. Тогда и глазки. А вторая рука. Так у меня с этой стороны шляпа. Иди сюда. Вот сейчас здесь надо поправлять все. Давай поправляй. Поправляйте, о чем вы стоите. Для... Да, столько народу поправить нечем. Да. О, я же за вот это и говорил. Ну так. Цветы закрыли лицо, да. Заберите цветы. И чуть ниже локоть. Локоть, да, вот так отлично. Не, вот было хорошо, да. Локоть посаживайся. Да, вот. Вот на не, плечо, может, да. Конечно, да, отлично. Внимание. Давайте всех обязательно снимем по одному в разных ракурсах, потому что там кстати, вдруг где-то коллажировать придется, чтобы был портрет. Мизинцем на меня, чтобы ручка, чтобы не было вот такой ладонью. А ну тут пиджак. Я понимаю пиджак.
А ну посмотри в камеру. В ту сторону. Ага. Да, тут все камеры. Что там? Там все хорошо. Прыжки. Обжимаешь. Вот это миленько. С ногами хорошо, да. И вот с этой ногой тоже очень хорошо с ногой. Очень хорошая нога. Девушка, выйдите из кадра. Так, давайте теперь вас разных раз. Да, иди. Работай. Знаете, профессионалка. Далеко не убегайте, да. Главное, одну ногу вперед, вторую назад. Нашел кого еще фото. И волосы чуть-чуть обозначили. Нет. Не, нормально. Ну так и я. Может быть, наоборот, вот сюда, да. Что там? Я не знаю. Все шикарно, все прекрасно, великолепно, главное, чудесно, вот, все, на плечи, хорошо. Это на... Так. Да, ручка лучше как-то так, ну, как-то да, может, ну, чуть ниже. И лучше не в камеру, то есть так будет легче даже. Все, все туда. Чуть-чуть выше лицо, ой, чуть-чуть, да. А может быть как-то с шляпкой, то есть как-то туда. Да, давай. Что-то в платье меня вот такое вот сзади. Можно пол, ну да, можно со спины немножечко так как-то. А если наклонить, если вперед, это как-то. Ноги как-то пол. Нет, ну, египетский шаг. Одну чуть назад, одну чуть вперед. Ага, конечно. Давайте уже закончим то, что есть. Я говорю, одну чуть назад, одну чуть вперед. Как да. Нет, вот да. Но чтобы они не сливались в одну ногу. Нет, сначала, да, типа того, хотя бы так. А ну что она? Ты же сахарь, девушка. Видишь, место остается. Ага, обязательно надо оставлять место. Можно и так. Сейчас, секунду. Тут просто спины. Разных, да, разного роста спины. Люди. Чуть-чуть ниже. Ага. Щелкнешь ты. Щелкну. Ага. Если надо снизу снимать. Чтобы ноги не были. Я на турбе. Так, а ну. Ща. Переднюю ногу чуть-чуть. Переднюю ногу, да. Вот так вот, да. Ну как в балете, передняя, задняя нога. А вот эту первую юбку вот, ближе сюда назад ее убери. А один раз больше фаса. Вот так вот. Да, и так, вот, да, вот типа того. Красавица. Это не кино, это фотография. Богиня. Он автоматически должен отстраивать на лицо, по идее. Ну в движении тут точно будет смазка. Да. Все? Только ну, все, я уже приготовил. Давайте посмотрим. О, старлетка, да? И подошвы дадаю камеры. А там не видно, где задняя? Можешь коня? Это надо по диагонали. Конечно. Ага, сейчас. Да вот так, лягай на спину, и ноги раздвигались. Майя, давайте же контроль. Ну сейчас вот нормально, вот когда ты... Нет, ну у тебя же телефон, у него там серьезная фигня. Ну конечно. Как машина. Топором такой. Что там? Нарекаем, он интересный даже. Да, хорошо. И вот это мне нравится. Вот эти портретные тоже хорошие. Хорошие портретные. Портретных я бы добавил. Потому что там 2-3 кадра, и то они только начинали. Серьезно, может быть, руки куда-то на шляпку поправлять, что-то вот так. Подождите, вот. Подождите, я не знаю. Да везде красивая. Да. Со всех сторон. Когда фотографируюсь, то 2 часа из них 5 кадров. Ну так уже хорошо. О, Сергей пришел. О, мистер Икс. Спайдермен. Черный плащ. Вы должны сказать, ну-ка, от винта. Ну-ка, от винта. Черный плащ. Победитель темных сил! Чуть-чуть разворот, да, вот. Чуть-чуть, это 5 сантиметров. Тогда рука здесь будет большая. Локоть пошел. Так, ну, пока я видал, хотя бы так. Девочки сами развлекаются, я понимаю. Девочки как могут уже. Губы. Так, сейчас там сзади кто-то идет.
Ну, еще, давай, еще что-нибудь. Давай. Сону, укажите, на другую сторону. Стойка на руках. Да, как-нибудь вот так вот, как-нибудь вот так вот. Кокетничайте с нами как можете. Отлично, губки, да, вот. Вот так, да. Выше чуть лицо. Да, вот, отступительно. Пустите, то у нас уже будет какой-то полный. О, выше, о! И выше лицо, глаза, как будто ты в цирке. Вот, как... Да, ура! Подними юбку выше, вот именно. Окей. Тут без проблем. Главное, чтобы получилось. Да, чуть выше там, да, вот. Губы бантиком не надо, улыбка хорошо. Мася, ты а вроде сможем хор потом? За полгода зарплату дали сразу, Леся. Хор надо будет подпустить просто. Ну, я говорил, может, ты как-то так бы... Не репетиция была с утра, они полдня ждут вот только. Ну, как ничего? Давай, подуем. Нам же долго не надо. 2-3 ракурса. Леся уже пошла во все тяжкие. Леся уже пошла. Так, Леся, все же можно с этим... Хватит, Леся, уходим. Давайте один кадр уже ставим. Вот очень красивые вот эти, мне так нравится обрамление. Как Версаль. Да ну ладно. Ну, там... да, так, нормально. Слушай, столько страсти придумал. Там низ посмотрел, нормально. Нормально, так это нормально. Нормально, нормально. Конечно, это ну, как задумано. Минимум один кадр нормально, да. Остальные будем надеяться, что будет. Все. Мы все, да? Нет, никто не все. А принц. Иди сюда, принц. Де Шатале. Принц. Де Шатале. Да, давай. Так мне надо для портрета, для портрета. Это большое, ничего не пойдет, сказали такое. Надо компактно. Это ты сильно уже раскапустилась на афише. Сильно много хочешь, Леся. Она просто забылась. Ну да, я понял. Но... я уже сказал, ты зарыжешь. Понял, Саня, лови момент. Давно не близко не прислонялась.